История велика. Здесь на отдельный совершенно рассказ, на отдельную книгу. Чего только не было в матчах «Динамо-ЦСКА» за долгие-долгие годы этого противостояния. Но я думаю, что в истории российских первенств сегодняшний матч в любом случае занимает одно из ведущих мест. Армейцы сравнивают счет. Сравнивают на 78-й минуте. 1-1. Томаш Нецет. Сработала замена Зико в очередной раз. В очередной раз, потому что именно своими заменами в Самаре переломил ход борьбы бразильский тренер. И сейчас, смотрите, только-только появился на поле Томаш Нецет. И именно он сравнивает счет. Жирков здесь ушел от двух соперников. Классно навесил на дальний угол вратарской. И Нецет, несмотря на отчаянный бросок защитника на линии ворот, все-таки забил. 1-1. Жирков ассистент. И точно, очень точно пробил Томаш Нецет. 1-1.